Всем привет! Сегодня вот такая вот солнечная погода, небо чистое, снежок еще лежит, тут днем он потихоньку начинает таять, подкапывать тут. Вот тут кошки бегали, следы какие-то. Ну, мы посмотрим сейчас птичек, вон тут. Все друг к другу клеится. Это вот я новую красноголовую запихнул. И тут начались танцы. Вон как он мне и рыжий лезет. Как всегда, только запустил, начинается. До этого желтеньких им пускал, никто к ним не клеился. И вот эту самочку, нам тоже не обращает внимания на никого. А вот это вот сразу пользуется спросом. Ну, начнем, наверное, с просмотра домиков там, что у них за неделю произошло, изменения какие-то. Так, смотрим эти домики сначала. Здесь и два птенца. Здесь пусто пока. И здесь пусто. Смотрим следующие. Здесь у нас еще не вылупились. Наверное, на следующей неделе вылупятся. Вот одно я точно вижу, что оно пустое. Остальные заряжены. 5 штук. Здесь у нас 3 птенца. Посмотрим, как они подросли. Вот здоровые какие. Наверное, вылетят на днях. Ну-ка, что-то он загородил этого. Вот 3 желтенькие. И здесь пока пусто, что-то тут ковыряет. Вот это 100% неоплод. Посмотрим сейчас здесь. Я только... Вот, поменял самку этому белому самцу. И у них только начались это дела их. Мне кажется, это на следующей неделе, может, они снесут. Здесь пусто. Здесь 2 яйца. Ну, что-то она не садится. И птенцов надо отсадить. Мешают они ей, лезут, но они еще пока пищат, пусть еще посидят недельку, потом я их отсажу, чтобы уже наверняка. Вот самочка купается. Самечек полез. Нырять не хочет, так слегка голову сполоснул.
самочка посмелее. Ну, дерутся за место. Вот беленькая самочка тоже полезла. Ух, как ныряет аж с головой. Два самца. Все, везде купания начались. Так, вот помыли тут укропчик с петрушкой. Одуванчиков нет пока. Будут это грызть. Сейчас молодым дадим тоже. Вот они у меня в руке видят, уже хотят клевать. Ладно, сейчас я подвешу и посмотрим. Вот удобно на такую прищепочку раз и подвешиваем, и все. Сейчас они налетят. Еще не распробовали. Что-то там распробовали уже. Так, отправляем свежую морковочку с яйцами, пусть грызут. Вон, налетели как с голодного края. Так, сразу все спускаются попробовать.
самец, он зерна предпочитает. Самочка и зерна, и яйца. Это я ему сейчас новый подсыпал корм. Сейчас они самые вкусные там выберут. Вот молодежь уже спускается. Все равно они пищат, просят. Вот мелочь тоже спустилась. Беленький самечек, он тоже с удовольствием трескает эту морковку. Вот белый как налетел на самочку свой спариваться. Я ему другую желтенькую, вот эту. Он прям на нее сразу глаз положил. А с этой что-то не получается у него. Эту я сейчас убираю, эту оставляю. Вот, все, сразу у них шуры-муры начались. Вдвоем в домик лезут. Вот так вот пара и выбирается. А там он неделю сидела, ноль внимания. А это прям сразу на нее вот ок запустил. Как зверь стал. Ну там во всю знакомство. Оп. Во, спариваются аж на весу прям. Тут детский садик спустился. И тут и мелочевка. Сейчас у нее началась первая линька, вот эта ювенальная. Все прям так пошли линии.
Все яйцо выбрали, чуть-чуть моркови осталось. На фруктики налетели. Лысые совсем. Чуть-чуть осталось, да или нет. Вот, смелые молодежь. Прям телефон рядом, они вот не боятся, те боятся. Зеленяя. Сейчас долиняю. Те, кто у меня с парами сидят, пойдут отдыхать, а эти на их место. Вот спустился еще самечек синий, тоже никак не долиняет, первая линька у меня. Долго он что-то линяет, у меня уже молодой птенец, у него грудка пошла, все, а это еще все как-то тормозится. Перелиняет, станет вот такой вот. Тут голова черная, вверх улетел. Вот раз подвинул. Вечерний жор у них начался. Подкинуем сейчас скорлупы, пусть грызут. Вот что-то новенькое, сразу налетели все. С удовольствием треску.
Там самочки тоже сразу все спустились. Тут вон эта мелочь тоже. Вот здесь самка сразу прям накинулась. Еще одна пролетела. Давно я им не давал. Вот две парочки, они даже едят вместе, самец с самочкой, вот красноголовый с черноголовой, белый вот с желтенькой, подружились они. Все смолотили уже. Что там пролетит? Здесь и перцы наши. Потихоньку долинивают, петь начинают. Молоденькие вон пошли в активную линьку. Процесс идет. Ну а на этом все. Всем всего хорошего.